Здравствуйте, меня зовут Попов Александр, я из города Пермь. У меня так получилось, да, в этой жизни, что есть вот этот замечательный автомобиль, который сзади видно. Есть замечательные друзья, товарищи, которые периодически помогают его делать. Это Skyline 33-го поколения купе. Двигатель очень маломощный, RB25D, 250 лошадей. Заварка, выворот, ковши, ремни, какой-то полукаркас непонятный, самодельный, датчики, ну, вот такое все очень, очень все пермское, простое, колхозное, своими руками, да. Почему именно дрифт? Мне кажется, что дрифт — это самый зрелищный вид каких-то автогонок, да, автоспорта. И это, мне кажется, очень динамично развивающийся сейчас, опять же, вид этого автоспорта. Его мало, им хочется заниматься, это стильно, модно, молодежно, это супер круто. Если коротко, что такое дрифт, то это как секс, только удовольствие чуть-чуть поменьше. Нет, я никогда не участвовал в дрифт-соревнованиях. Это будет первое соревнование, в котором я выкачусь, да? Я думаю, что мне будет очень страшно. На самом деле, мне уже страшно. Я стою, переживаю вот уже там до Ул. Пермь 2014, еще там 3-4 дня. Короче, все. Вообще все. И машина еще не готова. Мои задачи на третий этап УЛД, они на самом деле очень такие. Я пытаюсь быть реалистом. На первых своих соревнованиях своей целью для себя лично ставлю пройти квалификацию. Все. То есть, если я пройду квалификацию, там, я себе скажу: Саша, ты молодец. А как нам пойдет дальше? Парные заезды, вот это вот страшно, когда вот так вот, ну, пойдет, не пойдет, ну, все, можно на следующий год перестраивать машину. Ребят, я вас приглашаю всех на этап УЛД, который пройдет 9-10 августа. Приходите все, посмотрите, что это мега-супер круто, это охрененно, это дым, резина, тачки, тёлки, это супер круто. Заболейте этим и выкатывайте уже на следующий год на своих машинах. Зимы вам всем хватит, чтобы подготовить автомобили. Все, всем пока.